Бьется в тесной печурке огонь. На поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь. Про улыбку твою и глаза. Я был совсем маленьким пацаненком, когда началась война. Моего отца немцы убили ударом приклада по голове. Произошло это на моих глазах. После того, как не стало папы, мы были на грани голода. Харьков четырежды переходил из рук в руки. В марте 43-го мы выехали из Харькова. Он боится об этом вспоминать. Страшно. Каждый раз мороз по коже и сдавливает горло. Невозможно ни забыть, ни пережить. Это все в нем. Навсегда. Помню, как мы покидали Харьков. Ночь, кибитка, запряженная голодной клячей, еле тащится по разбитой дороге. А немецкие самолеты бомбят беженцев с воздуха. Из повозок все разбегаются, закрываются в снег. И только мы сидим, не двигаемся. Мама прижимает нас к себе и накрывает иконой. Если погибнем, то вместе. Людям старшего поколения представлять народного артиста России, художественного руководителя цыганского театра «Ромен» Николая Сличенко – дело, поверьте, напрасное. Его чарующий голос, особая задушевность пения наполняли сердца слушателей щемящим надрывом и томлением. Под его зажигательные цыганские песни хотелось с размахом веселиться или рыдать о несбыточных мечтах. Под них можно было влюбиться до беспамятства или бросить вызов судьбе. Долгие годы без него не проходил ни один правительственный концерт и ни один телевизионный «Голубой огонек». Королем цыган прозвали его в России, а вот японцы окрестили на свой самурайский лад – господин Очи Черные. Да что там говорить, всенародный любимец и кумир вгонял в транс публику всего мира. Театр был бесконечно любим народом. Да и как не любить? Красавица Ляля Черная, мощный Иван Ром Лебедев, почтенная хоровая цыганка Мария Скворцова, романтический Иван Хрусталев – это были цыгане, еще хорошо помнившие таборную жизнь, сохранявшие особый тип пения. Профессии в глазах цыганского общества делятся на цыганские и нецыганские, то есть пристойные и нежелательные. К цыганским в первую очередь относятся профессии, связанные с музыкой и актерским ремеслом. Играть на гитаре, петь, танцевать цыгане осваивали быстрее, чем производить арифметические действия. Что же это за цыган, который вечерами у костра не поет и не пляшет? Пел, плясал, играл на гитаре и красивый цыганенок Никола Сличенко. Его артистизм и музыкальная одаренность среди таких же, как он, братья-цыгане не только заметят. Высоко оценив талант подростка, они примут единственно правильное решение, благодаря которому изменится вся его судьба. Нам очень приятно, что Николай Сличенко выходец из нашего коллектива «Черный жемчуг», который был создан в 1939 году заслуженным артистом Василием Ильичем Коржовым, который основал коллектив в Харькове. Коля Сличенко совсем юным мальчиком пришел в коллектив. И Коржов, как руководитель, сразу увидел в этом парнишке очень большой талант. Неимоверную трудоспособность и безграничный талант этого парня говорил уже о том, что его ждет большое будущее. С одним классом образования в 17 лет он поедет в Москву поступать в театр «Ромен». Цыгане соберут ему на билет деньги, проводят шумную толпой, посадят в вагон и прощайте, ромалы. Авось, когда-нибудь увидимся.
Созданный в 30-е годы прошлого века цыганской интеллигенцией «Ромен» стал единственным в мире профессиональным театром цыган. У его истоков стоял нарком просвещения Анатолий Луначарский, а в числе его первых руководителей был выдающийся артист Московского художественного театра Михаил Яншин. Николай Сличенко работает в театре уже 55 лет, 30 из которых является художественным руководителем. Когда поет король цыган, поют его руки, его тело, порождая целый мир знакомых нам образов. Эсмеральда, Кармен, Олека, Грушенька, Макар Чудра. Из 12 спектаклей, которые составляют репертуар театра, половина поставлена им. Его, конечно же, сманивали на эстраду и в кино. Однако он остался верен театру, хотя в нескольких картинах все же снялся. Он выходит на сцену, он отдается этому полностью. Душой и телом, эмоциями, мыслями, абсолютно всем, что у него есть, всем своим естеством. Николай Сличенко – это огромный потенциал, это безумно широкая душа, немногие обладают такой широкой душой. Уже несколько лет театр не выезжает на гастроли. Время такое. А ведь совсем недавно зарубежный зритель имел возможность испытывать состояние шока от завораживающего цыганского пения, безудержных плясок и неуемного темперамента. А вся мировая критика не находила слов, чтобы оценить феномен Николая Сличенко. И только японская женщина, противовес советским поклонникам, раскачавшим машину с актером собственными руками, в знак признания его таланта, пройдя в тишине через весь зал, положила к его ногам свой бесценный веер. И услышь меня, под окном стою я с гитарой. Есть такое понятие в театральном деле – творческие муки. Так вот, эти творческие муки доставляют радость. Если получается то или иное произведение, та или иная роль – это огромная радость. Наша профессия исповедальна, будь то режиссер или актер. Мне кажется, что в ней есть чистота. Чистота души, наработанная творчеством. Хоть один только раз ярче майского дня чудный блеск твоих глаз. Когда поют цыгане, традиционные суждения о технике вокального исполнительства, о чувстве меры художника, о национальном колорите – всего лишь штампы. 2-3 скупых, но предельно экспрессивных жеста, и вот она, обжигающая душу цыганская искрометная пляска. В чем же загадочный артистизм этого народа? Заразительный настолько, что буквально несколько аккордов, и ты почти цыганских кровей. Руки и ноги ритмично отбивают в такт музыки. К ним присоединяется волнующая дрожь плечей, и остается только крикнуть известное: «Эх, Чавелла!» Люди чувствуют, когда человек отдается этому полностью, всецело, душой. Душой и всем сердцем своим. Передает музыку талантливое исполнение свое. Можно петь о цыганском народе, можно петь о матери. Это поют все народы, все артисты, все поют. Но так как это делают цыгане, это, наверное, как-то передается из души цыганского артиста к зрителю. Цыганское искусство особенное. Это всегда огонь, страсть и душа. Но и по содержанию оно не лишено философии и разнообразия. От семейных легенд, баек, песен о любви, цыганской жизни до русских народных и лирических романсов. Когда русские романсы теряли свою популярность, именно цыгане спасли русские романсы. И по сегодняшний день они считаются наилучшими исполнителями.
русско-цыганских романсов. И романс «Очи черные» в исполнении Николая Сличенко – это уже как легенда, его знает весь мир. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, и я в не добрый час. Говорят, что родина цыгана там, где остановилась его кибитка. Родиной Николая Сличенко станет Россия. С ней он свяжет всю свою жизнь. А вот Украина, Харьковщина, подарит ему географическое место. Точнее, хату, в которой однажды в цыганской семье, в доме кузнеца со строгим укладом и традициями цыганского быта, родится мальчик с черными очами и кудрявой головой. Пройдут годы, и его талантом будет восхищаться весь мир. Он станет неординарным явлением многонациональной мировой культуры. Такое, как говорят цыгане, его счастье.